Санам, идол – это все, чему поклоняется помимо Аллаха, при этом он имеет образ. Уасан – это, в общем, все то, чему поклоняется помимо Аллаха, будь то это видеообразы или же нет. Поэтому сказал пророк, саллаху алейхи вассалям, «О Аллах, не делай мою могилу объектом поклонения». Он не произнес слово «санам, идол», сказал слово «ватан», то есть то, у чего может и не быть образа.